Всем привет, друзья! Сегодня будет забавный такой обзорчик. Надеюсь, всем должно быть интересно, наверное. Так, поедем, как всегда, версия у нас 03.03.16. Ставим русский язык. Естественно, для скринов сейчас мы поставим, в настройках уберем галочку. Детализацию. Да хотя, посмотрим, если что там поставим. Значит, ссылочки на игру, на старую, на новую версию, на Photoshop, на программы для записи видео, на различные полигоны от всех почти кого я знаю есть. Значит, и поедем, давайте сегодня кататься будем на полигоне, ребята, на обалденных тачках. Долго искал, в итоге нашел, сконвертил, начинаю собирать. Но я думаю, что, наверное, это будет приватом. Потому что найти, в принципе, тяжело. Ну и собрать, а соответственно, как бы. Будем смотреть, будем разбираться. Все, как бы, в дальнейшем время покажет. Давайте грузимся на полигон. На стандартный. На Павла Загребельного. Краза, конечно, мы, естественно, сразу убираем. Он нам просто не нужен. Так. И, конечно же, мы создаем автомобиль. Так, для начала давайте создадим Mercedes G500. Сядем на него. Заведемся. Ну, встречали уже несколько вариантов данного автомобильчика, я так понимаю, да? Свой звук, естественно, у машинок чувачок сидит. Машинка заводится, обалденно рычит. Давайте ее сразу обвесим, значит, по аддонам. Так, сейчас надо как-то развернуть нам как-нибудь на солнышко. Так, это у нас аддон. Видите, запаска. Ну, ничего еще пока не прописано. Просто так погонять. Значит. Грузится сюда. Груз. Значит. Естественно, вешаем запаску сзади. Бампера. Значит. Есть бампер такой. Сейчас запаску скинем. Сейчас, подождите, не вешается, наверное. Что надо убрать? Бампер 4. Ага, вот. Значит, такой бампер. Спереди такой. Оффроудовский вариантик такой. Естественно, есть под это, под все колесики различные. Оффроудовского варианта. Ну, я поеду на дефолте. Скидываем, значит, этот бампер и вот этот. Ставим обычные бампера. Ставим, убираем, так, где у нас этот, вот. Ставим тулю. Ставим кенгурятник. Вот такой у нас будет Mercedes 500, значит, гелик. Такая у нас будет тачка. Раз. Вид из салона, текстурки обалденные. Значит, анимашки руля нету. И, конечно же, вот на морде тут, видите, немножко пачкается, грязь ложится плохо. Задний стоп-сигнал, все цивил. На морде вот грязь тут немножко, видите, ложится плохо. Ну и, естественно, сейчас мы будем ставить второй гелик, ребята. Создаем у нас Mercedes-Benz G65. Вот он.
АМГ. Все видно? Значит, пополнить. Естественно, у него, ребята, свой звук. Не такой, как у этого гелика, предыдущего 500-го. Давайте отъедем. Отъедем, локацию поменяем. Вот, сейчас перепрыгнем куда-нибудь. Так. Заводим, значит, еще раз. Все, завелась машинка. Итак. Так. Вид опять же с салона. Присутствует навигатор. Новый другой салон. Мужичонок сидит у нас. И присутствует, ребята, подсветка приборов. Слабенькая такая. И анимашка руля. Сейчас, упс. Мы это все делаем. Руль у нас крутится. Переконвертил я его, ребята. Естественно, сзади видите диодные фарки. Тоже еще буду дорабатывать. И издалека плохо видно. Естественно. Также присутствует тоже светодиодный стоп-сигнал. Все. Моргает у него. Давайте перепрыгнем в гараж. Поближе к этому гелику. То есть две выхлопные трубы у него, ребята. Зверюга машина. Так. Встаем мы вот сюда. И у этого гелика, ребята, ну это все будет перемешиваться между ними, я так понимаю. Наверное, я все-таки замучу. Есть маленький такой бак тут на лобовухе. Что-то гуляет. Будем смотреть. Машина с конверченными исходниками. Так, и поехали в гараж. Аддонов миллион. Сами видите. То есть давайте проскочим по запасочкам. Запасочка у нас идет. Оффроудовский вариант. Это вот под эти колеса. Под него же есть, опять же, по-моему, где-то вот такая штукенция. Со светом уже я тут начинаю баловаться на нем. Помаленечку. Так, ладно, запаска такая, стоковская запаска, на которых он был черненькой. Так, эту мы убираем, обвес. Так, ну я поеду, естественно, не с этой запаской, а вот с этой. Так, это раз. По колесам, значит, оффроудовские уже посмотрели мы, да? Такие колесики, видите, все тут захромировано. Хром я нашел золотую середину. Теперь хром присутствует. Брабус. И вот такие колесики. Я поеду на брабусе. Значит, ставим мы сюда. По вариантам хрома, ребята, по обвесам различного варианта. То есть есть тут всякие разные обвесики. Надо тут разобраться с ними. Конвертил, как, куда, чего, почему. Это все хромовые обвесы. То есть решетки различные, кенгурятники, пороги. Видите, сеточки на поворотнике габариты. Сзади сетки, сзади трубы внизу. Короче, все тут есть. Даже, видите, снизу. Так, сток. Так, мы, короче, давайте ставим. Естественно, это по хромированным обвесам, да? Дальше по бамперам. Вот обвес такой идет у нас. Обычный. Брабус. Такой вариантик. Брабус это без спойлера, кстати, без заднего. Видите, нету спойлера. И есть же такой же, по-моему, обвес со спойлером. Вот. Уже тут я правил. Синхронизацию света прописал. Так. Спойлер это с бамперов, да? Ставится. Да, спойлер с бампером. Потом
АМГ-65 тоже спойлер, другой бампер. Сеточкой такой, да? Да. Сеточкой, значит. Это что такое? Угу. Внедорожная какая-то другая решеточка стоит. Так. Ага. Без спойлера. Ладно, не суть. Туманки. Кенгурятник такой. Тоже прикольный. Но обвеса, видишь, не стоит. Обвес давайте потом поставим, конечно. Хаман. Вот такой вариант. Ребята. Еще один Хаман. Этот со спойлером идет уже. И сзади юбка добавляется, да? Юбка на обои добавлять. Так. Так, это уже хромировано пошли. Ладно, я ставлю. Вот это уже просинхронизировал. И хром полный. То есть все там, сеточки, кенгурятнички, пороги. Сзади сетки, трубы, дуги. И естественно, ребята, в связи с последними новостями в мире, народ барагозит на геликах. Что-то меня торкнуло найти, собрать. В итоге долго искал, в итоге нашел. Переконвертил, переделал. Сейчас вот они уже ездят уже адекватно. Так, а, ну да, еще забыл. Еще забыл. Сейчас будем барагозить. Ставим мы мигалки. И все, мы готовы для кортежа, парня. Свет, ксенон. Все как положено. Ну все, давайте погоним сначала. Давайте сначала погоним на том. На старичке, скажем так, прокатимся. Пересаживаемся. Звук свой, ну, давай завой. О, все, завелся. Естественно, ребята, буду смотреть аддоны, подгонять. Мониторьте в группе. Пока, ребята, приват, никому давать не буду. Пока не соберу, не сделаю, а дальше буду решать, что к чему и почему. Хотя я реально нашел эти машины в свободном доступе. Ну, правда, корявые, не переконверченные. Опа, запаску забыли, ё-моё, как так? О, все, погнали. Этот, видите, такой старенький, помягче. Тот Брабус АМГшный. У нас, значит, будет пожестче, побыстрее, покруче. Мигалки все-таки, блин. Будем сопровождать президента, парни. Или догонять этот старый гелик. Салона. Парень тут у нас. Ой, блин, куда-то врезался, да? Короче, вот, все, поперли. Авторы модов, не знаю кто, ребята. Да уже с последними новостями тут уже я сильно не задаюсь. Нашел. Кому надо, тот сам скажет, чей это мод. Кто его сделал? Ну вот, когда нашел я этот Мерс 500, он вообще просто был плохой, скажем. Ну, кто-то его сконвертил, вот одно могу сказать. Сейчас я его отрегулировал. Подвесочка, видите, замечательно работает. Прыгает, мягенько идет, все обалденно. Все отлично. Адекватный автомобиль. Видите, как мягко. Ой, блин, зачем я туда заехал?
Все, решеточка, хором, ребята. Пороги тут никак не смог тут нам найти, намутить, как оно где. Ну, в принципе, и так хорошо. Выключаем их. Давайте. Проходимость отличная у машинки. Просто. Просто зверь. Все-таки Мерседес. Видите, капот немножко, вот у него коряво ложится грязь. Хотя мне так лично по барабану, если честно. То есть все отлично, он тут шкварит по грязи. Возможно, ребята, еще будут прицепы. Поищу, постараюсь, что-нибудь найду, переконверчу. Что где будет не приколочено, найду. Постараюсь, естественно, сделать их адекватными. Чтобы прицепики таскал. Давайте этого поставим, наверное, где-нибудь в гараже оставим его. Начинаем тут барагозить на асфальте. Пятаки крутить. Вокруг президентского автомобиля. Давайте его куда-нибудь уберем туда. Палки поставим его. Чтоб случайно нам тут его не снести. И перепрыгнем, конечно, на 65-го. Заводим. Также водила у нас присутствует. Анимация руля я уже показывал, да? Есть анимашка руля. И давайте заводимся. Мы уже начинаем на нем тут делать синхронизацию света. Мигалки вообще красава просто. Вот так это все будет ночью. Еще ксенон тут, бабах такой. Это ёлка. Давайте не будем скакать, включим понижать. Рычаг коробки передач тоже, ребята, есть видео. Как скачать, как установить. Все присутствует. На канале, в группе, смотрите, мониторьте. Ссылочки есть. Рычажок мне нравится. Выскакивает ошибочка при запуске игры, но все в мультиплеере работает, ничего не вылетает, все отлично.
Все, погнали. Тоже, ребята, перенастроил подвеску под себя. Как мне понравилось, так и зарубил. Идет машинка отличная. Просто на ура. Попробую настроить, чтобы у него, ребята, мигалки выключились. Надо как-то полазить в настройках, поковыряться. Вау! Просто я балдею. Это тачка. Опа! Вот для чего эти горки, ребята. Запрыгивать на них надо. Прусь с этих двух геликов. Yeah.
Да. Ребята, видите, мигалки даже освещают машину. Все в мультиплеере будет видно, работать будет обалденно. Какие-то они грязные, блин. А, чуть не догнал. Да где там еще точка зацепа-то посерединке вроде есть что-то. А, ну я нормально усыпил. Вы висели его, видите, висят колеса,
блин, камеру нижнюю опустить. Одно висит, и второе заднее висит. Так, ладно, надо же нам этого гелика вытащить. Так, поехали. Ладно, не хочешь так, давай по-другому. С этой камерой сейчас намучусь, я чувствую. О, поймал. Сейчас еще он заразик. Так что вот такой, ребята, получился обзорчик. Такие вот прекрасные просто супер машинки гелики, 500-ка и 65-й. Я прям балдею и радуюсь, что я их нашел в итоге, сделал, сконвертил. Сейчас останется только все перепрописать, отрегулировать, подправить. Так что Так что как-то так. Так, снимаем барабуса. Оу! Вау! Разбили тачку, ё-моё! Блин, как вот вроде рядом, а камеру не навести, ё-моё. Да ёлы-палы.
сделать, попробовать немножко ее. Да что ты будешь делать? И как с ним бороться? Так что вот, ребята, такой обзорчик на такие машинки. Старайтесь, начинайте пилить. Все это несложно, недолго, в течение там нескольких часов посидите за компьютером, потихонечку начнете соображать. Очень много уроков можете найти на каналах, в группах. Общайтесь. Подписывайтесь, ребята, на канал, подписывайтесь в группу, мониторьте канал. Многие видео, времени у меня не хватает закинуть иногда в группу, поэтому видео висит на канале, а в группе такого видео нет, и возможно даже и ссылок там нет, если там что-то я выкладывал, например. Поэтому, ребята, сами мониторьте, сами смотрите. Спасибо вам большое за просмотры, будьте активнее в группе. Сейчас у меня на канале 784 подписчика. По истечении, как наберется 1000 человек на канале подписчиков, будет в группе разыграна лицензия игры Spintyros. Значит, советуйте друзьям, кому интересно, посодействуйте в подписке. Я думаю, канал у меня в принципе неплохой, есть что посмотреть. Есть что скачать, поэтому, ребята, будьте поактивнее и на канале, и в группе, а то иной раз смотришь репосты, там делаешь какие-то там 4, 5, 10 человек лайки поставили и все. Значит, комментарии у меня в группе закрыты, группа открытая, комментарии закрыты. Просто, ребята, реально вот нет времени писать и смотреть, как там кто-то ругается, кто-то чушь какую-то несет, там кого-то банить, не банить. Кому надо, люди пишут конкретно в личку по вопросам, по адекватным, как бы, не глупые, там, где скачать игру, хотя ссылки и под видео, и в группе, и в разделе ссылки в группе есть, и под каждым видео все это есть. Поэтому, ребята, на такие глупые вопросы я реально отвечать не буду. Старайтесь досматривать видео до конца, потому что, видите, вот, по поводу розыгрыша лицензии игры Spintyros после набора мною подписчиков на канале 1000 человек, значит, будет розыгрыш игры лицензии Spintyros. Так что, ребята, всем пока, всем удачки, смотрите видосы, ставьте лайки, начинайте сами что-то делать. Видите, скажем, в течение там нескольких минут, иногда, правда, нескольких часов, ребята, в течение вот года, да, я спокойно вот могу взять машину и переконвертить со старой версии, доработать что-то там, переставить, переделать. В 3D Max я, конечно, не могу, но пока так, такими усилиями 3D Max все пока не победил. Так что, ребята, давайте еще раз всем удачи, счастья, здоровья, подписывайтесь на канал, всем пока!